Всем привет, меня зовут Раиль, но в то же время Арслан. Хочу спеть вам свою новую песню под названием «Качели», сочиненную здесь в армии. По маленьким крупицам, фразам, ноткам сочинял данную песню в течение полугода. И в ней нету конкретных армейских слов, но зато есть чувства, пережитые здесь. Это совокупность грусти по дому, ностальгии по ушедшему времени, тема взросления, все вместе в этой песне. Качели у меня ассоциируются с детством. У вас с чем? Напишите в комментариях. В детстве я любил кататься на них и с каждым взмахом, с каждой раскачкой взлетать все выше и выше верхних этажей домов, прямиком в небеса, чувствовать вот этот порыв души, вдохновение, свободу. И сейчас, спустя время, остается лишь один вопрос, повзрослев, сумеем ли мы сделать детскую мечту явью. Везде как не дома, везде как не свой. Тревожные чувства играют со мной. Сегодня в порядке, завтра снова на дно. В качелях скрипучих взлететь не дано. Сорваться с цепи, улететь за мечтой. Вернуть беззаботные дни, где кружит луна, парк далеко над землей. Счастлив я и таким сохрани. So I see happy crew. Oh, wanna play. Облаками, где за горизонтом малый закат, скроется солнце, вспомнятся ночи, томные очи, твой аромат, твой аромат, твой аромат. В бесконечность, всю беспечность наши встречи так далеки. Кануть в вечность, мы не вечны, наши чувства так глубоки. I wanna cry, so sadness, sadness. I'm falling down in the loneliness, loneliness. So I see happy group. Где за горизонтом малый закат, скроется солнце, вспомнятся ночи, томные очи, твой аромат, твой аромат, твой Вот такая вот песня, ребята. Напишите свои впечатления, отзывы в комментариях под видео. И ставьте лайк, если понравилось. В описании под видео есть ссылочка на мою группу ВКонтакте, где вы сможете скачать данную песню. Ну и вообще подписывайтесь на все социальные сети, где я есть. Оставлю ссылку в Инстаграм, где вы сможете посмотреть, как я сочиняю ту или иную песню. Там вообще интересно. И да, эта песня войдет в третий альбом, который я выпущу после приезда домой, после дембеля, летом. И хочу его сделать прорывным. Надеюсь, вы мне поможете. Поэтому поддержите данную песню. Пойте. Аккорды оставлю в описании. Скидывайте друзьям. И подписывайтесь на канал. Самое главное. Всем до скорых встреч. Пока.